Пекарня в Градичах стала второй в сети. Первый торговый объект открылся 2 года назад в микрорайоне Ольшанка и настолько полюбился жителям, что новая хлебница не заставила себя долго ждать. Тем более, что Гродно за это время успел значительно разрастись. Жителей будет здесь примерно 60 тысяч. Микрорайон будет строиться, вы видите, он строится. Сюда приходит транспорт, развивается, сюда приходит торговля. И вот самое, я считаю, удачное решение Хлебпрома – открыть вот такое заведение в спальном районе, которое будет востребовано. И это уже доказало те пробные дни, которые они здесь уже работают, показывают, что это заведение востребовано людьми. Да, конечно, все свежее, все качественное, оно здесь будет продается. И времена, которые раньше были тотального, так скажем, дефицита, когда жители бегали что-то где-то купить, прошли. Теперь производитель должен идти к жителям. Формат хлебницы ультрасовременный. Он совмещает в себе пекарню, мини-кафе и магазин одновременно. Это позволяет удовлетворить практически любой запрос как молодых людей, которые решили заказать бургеры, так и тех, кто придерживается здорового питания и предпочитает покупать хлеб с семенами льна, например. Такая клиентоориентированность способствует тому, что потребители разного возраста найдут здесь то, что им по душе. Мы очень гордимся, что в этом молодом районе, перспективном, мы открыли такой не совсем магазин. Мы к этому идем. Направленность нашего предприятия именно открывать мини-пекарни, чтобы люди могли сюда прийти, как купить и готовый хлебушек, который производит ООО «Гродно Хлебпром», но в то же время и заказали пиццу, провели у нас какое-то маленькое мероприятие, попробовали мороженое, коктейль. Мы хотим дальше развиваться, хотим расширять такие же торговые объекты. Поэтому в ближайшее время, буквально до Нового года, в Ленинском районе появится еще одна хлебница. Неделя в тестовом режиме показала, насколько популярно подобное заведение у жителей микрорайона. Удобство заключается еще и в том, что не все хотят готовить вечером. Поэтому, делятся продавцы, многие жители близлежащих домов с удовольствием приходят покупать пиццы и пироги, тем более, что их можно взять с собой на вынос. И нам очень повезло, что мы пришли работать в эту пекарню, где новое оборудование, где все сделано для прекрасной работы, для покупателей. Мы печем пиццы, хлеба, выпекаем слоечки, булочки, делаем хот-доги, чизбургеры, гамбургеры. Все горяченькое в течение 5-10 минут. Приходите, пожалуйста, будем очень-очень рады. Аромат теплой сдобы, которую только достали из печи, шпинатные кексы, свежеприготовленные пончики, слегка присыпанные сахарной пудрой и вкуснейший кукурузный хлеб – это лишь малая толика того, что предлагает своим посетителям пекарня-хлебница. Устоять перед такими вкусностями просто невозможно, а потому в день открытия тут настоящий ажиотаж. Пришли на открытие в кафе, купили любимые пирожные свои. Очень рады, что в нашем доме открылось новое такое хорошее кафе. Есть возможность приобрести кондитерские изделия и пиццу, когда приходят гости на выходные. Такой подарок на день рождения города Гродно жители встретили восторгом. Всех посетителей в этот день ждала бесплатная дегустация последних новинок собственного производства, а также небольшой концерт музыкальных партнеров предприятия «Гродно Хлебпром» поп-фолк-группы «Гулянка». Ольга Пранкевич, Андрей Шаповалов. Новости Гродно Плюс.